Девочки и мальчики, всем привет! Я на почту собралась в своем новом платьице. Я обнаружила, что у меня к нему нет украшений. Но пока я вот надела янтарные серьги, ну знаете, я что придумала? Я к нему сделаю себе серьги и браслет из тигрового глаза. Точно. Или из песочной яшмы, она вот такого цвета, тоже будет красиво. А можно песочную яшму и черный агат. Или песочную яшму и вулканическую или шунгит черный. Черные серьги тоже будет сюда хорошо. О, я сейчас с вами разговариваю, а вы у меня стоите на полочке, и у меня вот такая ракушка. Эту ракушку мне подарила моя зрительница, когда я была в Сочи, она мне их подарила две. Но я вам показываю сейчас вот эту, потому что она сюда подходит. Представляете, вот такой кулон. Но я знаю, что такие ракушечки есть меньшего размера. Этот, конечно, уже перебор. Но если вы такую купить, маленькую, то запросто можно сделать кулон. Это тяжеловато, платье очень легкое, а по цвету прям, смотрите, прям леопардик такой, леопардовая ракушка. В общем, так я довольна этим платьем, все его рассмотрела. Оно интересно сшито, здесь вот есть шов, и там немножечко такие сборочки, что ли. А так пестрое, пестрое, не видно ничего, карманы глубокие. Очень нравится. В общем, иду я сейчас в нем, на улице опять жара. Приду домой и сделаю себе серьги. Ну и, может быть, если время будет, еще и браслетик сделаю. Потом вам покажу. А сейчас я иду отправлять в Барнаул. В Барнаул? Или не в Барнаул? А сейчас я иду отправлять в Братск посылочку для Ефремовой Ольги. У нее будет такое же янтарное украшение, как у меня. Комплект, в котором вот такой вот серьги от него из янтаря. Оля увидела на мне и захотела такой же. И вот я и сделала уже. И успеваю до отъезда отправить. Все, идем. Все, я уже домой пришла. Отправила посылочку и пришла с покупочками, потому что после почты я зашла в Командор. Я вам сейчас что-то покажу. Девчонки, вы мне говорили, для того, чтобы пакет не резал руку, купи, закажи вот такие вот ручки для пакетов. Девчонки, это просто какое-то чудо. Я за 5 штук отдала что-то 170 рублей, по-моему. Вот себе одну оставила и маме с Олей подарю. Это просто спасение, вот реально. Но эти вот ручки плотные такие, они не сильно режут руку. И все равно это спасение. Просто берете, вкладываете обе ручки вот в этот, в эту выемку. Сейчас покажу. Вот так. Это просто какое-то чудо. Девчонки, я вам так благодарна за подсказки, вот такие умные. Именно умная подсказка. Теперь вот у Оли и у мамы будут тоже такие ручки. Иногда наберешь пакет, что он прямо врезается в руку. А это спасение. Благодарю, девчонки, вас. Ну и покажу, что купила. Зашла в магазин. Молока купила. Черешни немножечко. Такая крупненькая. 179 рублей за килограмм. Ну такая уже, знаете, выбирать надо. Но я крупненькую, хорошую выбрала, ровненькую. Стейк купила. Прямо сейчас пожарю половинку. Или, может быть, две половинки пожарю и одну на завтра ставлю. Или завтра лучше свеженькую. Так. Маслины. Вот эти вот маслины 79 рублей, что-то 80, 79 с чем-то. И вот такие дела, без косточек. Давно уже не брала, что-то вот сегодня на глаза попались, дела.
укропчик взяла. Зачем я его взяла? А затем, чтобы посолить огурчики. Вот, взяла огурчиков побольше, прямо сейчас малосоленые. Сделаю и буду хрумкать. Креветки взяла уже очищенные. Такие надо их сварить, и можно сделать роллы, спринг-роллы. Вот это, девчонки, не знаю, написано мохито с натуральным соком. Сироп мохито. Это, наверное, можно разводить и пить. И будет вкус мохито. Так. И конфетки. Вот эти конфетки. Вот эти всегда покупаю. Это прямо мои любимые. Красконовские наши конфетки. Называется Краскоша вечерком. Они раньше вечерние назывались. Не знаю, почему переименовали. Но вкус тот же. Так немножечко как с алкоголем. То, что я люблю. Так. И вот такие золотой улей. Тоже нравится. Тоже нравится. И вот такие золотая лилия. Тоже такие мякушки, как ириски. Вкусные, с чайком, вечерком. Замечательно. Вот такие мои были покупочки. Прогулялась, можно и чайку сейчас попить. Я не голодная пока. Ну вот мохито сейчас сделаю. Да, девчонки, сейчас сделаем мохито и попьем. Че уж я. Побалуем себя. Меня в комментариях спрашивали, что за дверь. Девчонки, это кладовка. Кладовка моя. Там у меня пылесос. Ну, я показывала уже 100 раз, не буду показывать. Пылесос, стулья лишние. Вот здесь у меня 2 и там 4 штуки. Ну, в общем, кладовочка, это не комната. Все, делаем мохито. Наверное, надо водичку наливать, как думаете? Ну-ка. Так. Ой, девчонки, аромат прям вот мохито. Мохито, мохито. Интересно. Наверное, сладкий-присладкий. Нет, водички, наверное, придется. Ничего не сладкий. Может, разболтать надо. Мохито. Ой, сладкий. Приторный. Помните, раньше газировку делали? Вот так будет нормально. Еще надо остудить хорошо и лед туда положить. Но у меня нет замороженного льда, поэтому так будем пить. Ну-ка. Ну, аромат прям мохито-мохито. Можно газировку купить и подлить туда. Холодненький был бы лучше. А так водичка у меня теплая стоит. Платьем довольна, прям так хорошо я его сегодня прогуляла. Сейчас буду к этому платью делать серьги. Потом посмотрите, как получилось. Обязательно похвастаюсь. Знаю уже, девчонки, пишите, что такие платья заказали в магазин Персона. Многие уже вам выслали, наверное, по почте. В общем, платья на ура ушли. Я успела. Хорошо, что я успела. Легкая-легкая. Ветерок чуть колышет. Идешь прям вот прохладно. Платье классное. И мне нравится, что рукав по локоть практически. Отлично. Даже можно длиннее еще сделать. Он так собирается слегка. Платьице замечательное. Ну вот думаю еще насчет голубого сарафана. Думаю. Если надумаю, выходные еще помучаюсь. Если меня не отпустит, то, наверное, во вторник или в понедельник может. Ну, в общем, на следующей неделе. Выходные не люблю ездить. На выходные точно не поеду. А на следующей неделе поеду, и этот сарафан будет моим. Может, и платье розовое, которое подходит к моему румянцу. Кто-то написал. Девчонки, ну напишите же. Может, и платье это розовое тоже возьму. Хотя у меня уже, наверное, 3 платья я положила. С собой 3 платья новых возьму в Турцию. Но вот это тоже, наверное, возьму. Хотя оно
темненькое такое, там же будет жара почти 50 градусов. Не знаю, взять, не взять. Подумаю. Сарафан-то точно не возьму. Не, я его возьму, если я его возьму. В Турции я его не возьму, он такой плотненький. А вот платье розовое, может быть, возьму. А может, там что-нибудь новенькое еще появится. А может быть, там есть что-то новенькое, что мы с Олей не увидели. Такое же тоже может быть. Сегодня только ресницы накрасила, представляете? Лень было. И хорошо, потому что на улице так жарко. И вот так вот легкий макияжик, прям самое то.